Всем здорово, дорогие друзья. Ну, я вас жду в моем магазине. Он как раз только что проснулся. Решил поехать к моему магазу, посмотреть, что тут, как делишки, как у братишки нашего баланчика обстоят тоже дела. Он у меня здесь в охране стоит, плачу ему. Приходится и плачу ему хорошую зарплату почасовую за охрану, поэтому вы, дорогие клиенты, можете не беспокоиться и приезжать в этот магазин. Здесь у нас хорошая охрана работает, поэтому так. Ну... Здорово, братан, чё тут как? Нету бандосов. Обеспечиваем безопасность клиентов, да? Доложи обстановку. Все тихо здесь, надеюсь, было. Вот и хорошо. Пацаны, главное в моем магазине это безопасность. Понятно, хорошие цены, понятно, банкомат есть, понятно, у нас все есть, но безопасность моих клиентов это самое главное. Поэтому безопасность моих клиентов, супер клиентов, это самое главное. Вот у нас тут имеется зеркало, имеется видеокамера. У нас все под контролем. Безопасность клиентов – это главный принцип нашего бизнеса. Поэтому приезжайте в мой магазин 24/7, 9 из 9. Вот он, у карьера на трассе Лос-Сантос-Сэнди Шорс. Вот. Палетабей, точнее, да, это магазин Сэнди Шорс. Поэтому жду всех, жду вас, дорогие уважаемые клиенты. Вон у нас охрана обеспечена. Магазин у нас под хорошей охраной. Все для вас, дорогие друзья. Доедешь, пиши, поторопи бомбилу, пусть поспешит. Твои глаза, как в рекламе виши, смотрю в них и камень с души. Если спросят, не знаешь меня, скажи, как отпустят пули в двери сквозь этажи. Слови такси, пусть поспеши. Доедешь, пиши. Доедешь, пиши. Поторопи бомбилу, пусть поспеши. Твои глаза, как в рекламе, виши. Смотрю в них и камень с души. Доедешь, пиши. Доедешь, пиши. Куда, кому? Мне в тюрьму. И нас уже нет с нами. И ты одна идешь под фонарями. Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье. И нас уже нет с нами. И ты одна идешь под фонарями. Но знай, я буду тенью, твоим продолжением. Ломовая. В это мгновенье. У меня 7 судимостей, дурочка. Тебе что, делать нечего, что ли? Че тут стреляешь по машинам? Зачем делать? Пойдем ко мне. Отдохни. Слышно меня? Отдыши. Зачем стреляете по машинам? Там нету внутри ничего, денег нету, оружия нету, чё тут? Если было, они бы тут не стояли. Ну я не знаю, чья это машина, я на Вольво приехал. Уважаемый товарищ, вот здесь? Вы это мне? Да, вы его задержали, человека этого? Ну, как видите, запись видео, как его, бодикамеру посмотрю. Ну, так и тоже... Он стрелял, да? Ну да, он, я вижу, он по стеклам стрелял, по двери стрелял, прям по тачке стрелял, всю тачку обстрелял. Он, наверное, хотел что-то оттуда вынести. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут? Белым снегом, серым волком, был на поле сам петлял, и сиял.
магазин, то будьте аккуратны, пожалуйста, здесь стреляют. Мусору, но привал на все запреты. Суд вошел, я не встал. И централы поцелуй.